Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Так, всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере Machine Curly Play 7 сервер. Итак, сегодня я буду покупать машину не для себя, пацаны, а для ютубера. Для какого ютубера? Это Тимоха Домино. Да, именно Тимоха Домино, потому что данный человек не хочет играть КРМП, и я хочу ему сделать некий подарок, чтобы, возможно, он вернулся и начал снимать снова КРМП и играть на Амазинге. И для него я хочу специально купить вот эту машину. Номера я поставлю его любимые. У него была машина с номерами Хут. Цифры я не помню, но я попросил чувака. Это за кредиты надо. Ну да, вроде за кредиты надо же. Как я понимаю. Короче, такая ситуация. Чувак сейчас закинет денег на блат номера, чтобы поставить, короче. Я сказал, если поставишь номера, худ, 3/4, то я у тебя заберу его за 2,5. Поэтому ждем, пока он это сделает, в принципе. Напишите, пожалуйста, в комментариях хэштег Тимоха, вернись на Амазинг и снимай видео. Давайте поддержим Тимоху, чтобы он реально вернулся, потому что, ну, блин, без него как-то не такое, знаете. Роликов его на самом деле не хватает. Я хотел бы, чтобы он снова начал снимать на Амазинге, поэтому я специально для него покупаю Range Rover, его любимую машину, и хочу поставить его любимые номера. У него был легендарный Range Rover, кто не знает худ, можете зайти на его канал посмотреть. И его любимые цифры это 4, поэтому я решил, чтобы он поставил худ 3/4. Именно этот номер я хочу, чтобы данный человек Рома Бандито поставил на вот этот Range Rover. Поэтому я готов его забрать за 2,5. Не знаю, как отреагирует Тимоха, я, наверное, запишу его реакцию, в принципе. Будет, конечно, обидно, если он это не оценит, но да ладно. Так, вроде бы он задонатил, короче. Номера... Ставь... Худ 3/4. Давай, я думаю, они не заняты, в принципе, должны быть. Поэтому сейчас ждем, пока он поставит. Цвет серый, еще серый. Так, я продаю. Давайте спросим. 3-4-0-0-0-0. Какие номера и какая гос. Так, цвет серый. Что за цвет серый? Худ есть. Предлагай за 2,5. Все, видите, он поставил номера худ 3/4, пацаны, при мне просто. Я заставил чувака тупо задонить и поставить номера, потому что я хочу, чтобы Тимоха принял рейндж именно с этими номерами. По-другому просто быть не может. Реально. Специально для него купил этот Range Rover. Просто специально для него покупаю его. Пацаны, обязательно поставьте лайк, чтобы, возможно, это увидел. Evoque 2,5. Покупаем. Все, я забрал. Давайте пожмем ему руку, 3/4. Давай. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну что ж, давайте релогаться и смотреть на этот Range Rover. Короче, чуваки, я только что позвонил Тимохе. Я, блин, не записывал, потому что я ему только что набрал. Я его ВК номер, короче, взял, набрал ему. Я говорю, типа, ты занят? Он говорит, нет. Короче, я ему сейчас рендж, походу, отдам. Сейчас нужно подготовить, нужен цвет. Нужен цвет, поэтому сейчас быстро едем. Надо его перекрасить. По бырику просто. По бырику надо его перекрасить. Чтобы он был нормально выглядел, короче. Колеса я, наверное, не буду менять. Он, по-моему, у него кон стоковый здесь или нет? Не, нитро здесь есть. Это уже хорошо. Блин, у него даже чипа, походу, нету, только нитро стоит. Ну, чип я, ладно, уже сам поставлю. Так, вот я подъезжаю, короче, уже к СТО, получается. Сейчас надо поставить сюда хотя бы один чип, потому что, блин, ну, без чипов вообще. Чего говорил, что чип стоит, но походу он пиздел. Так, ускорение стоит 500 тысяч. Ну ладно, поставим, что ускорение, хотя бы один чип, я думаю. Так, надо перекрасить его еще. Перекрасить 3-0. Нет, это не подходит.
Отмена. Какой там зеленый цвет у него был, я не помню просто. 6-0. А, это есть желтый. Сейчас я, короче, построю ID цветов и продолжим. Вот этот цвет четвертый, короче. Так, покупаем. Тюнинг, смотрим еще, что можно поставить. Короче, починить. Ну, так, целое, короче. Гидравлику можно поставить. Хотя, наверное, не будем. Думаю, одного чипа хватит, короче. Так, какая у него воска, я не смотрел, кстати. 2 миллиона воска, у него цвет 4. Пробег 65 километров. И надо сейчас все заправить будет. И все, в принципе, она готова отдаться, так сказать, Тимохе. Поэтому, да. Я думаю, это заебись. Я думаю, это будет просто заебись. Надеюсь, он обрадуется, в принципе. Я думаю, он по-любому этого не ожидает, потому что видос он еще не видел, потому что я его еще не выложил даже. Так. Фил. И давайте 90 литров зальем. Так, погнали. Теперь я буду, короче, сейчас звонить ему. Но это уже в следующей серии, увидите, как я буду его дарить. Обязательно ставьте лайки, чтобы серия вышла быстрее. На этом у меня все, всем пока-пока.